Славится Украина своими красунями. Славится Украина своими красавицами. Анна приехала в столицу России из города Житомир. Она окончила Московский институт экономики, политики и права. Жизненная формула для Ани – достижение поставленных целей. А к увлечениям и хобби она относит танцы и верховую езду. Муза любовной поэзии Эрато. Аня, ну скажи, пожалуйста, вот ты у нас являешься красавицей канала «Русская ночь». Чувствуешь ответственность? Конечно, чувствую. Канал сам по себе ответственный. И мне очень нравится с вами сотрудничать. Спасибо каналу. Анечка, а как давно ты сотрудничаешь с каналом? Ну, у тебя достаточно много уже роликов? Достаточно, я думаю, но сотрудничаешь 4 года. А я приглашаю на эту сцену в наши олимпийские кущи Ольгу Бузову и Арчи. Анечка, почтенные жрецы вручат тебе сейчас подарки. Надеюсь, они приехали с Клондайка. Ольга Бузова и Арчи. Я думаю, что в данном случае как романтизм был бы поактуальнее, чем Клондайк. Сегодня там вершатся финансовые дела. Олечка, здравствуй, очень рад вас видеть. Во-первых, хочу поздравить канал «Русская ночь» с таким скромным юбилеем. Все-таки 5 лет – это много. Да. И потом, дорогие девушки, самое главное в жизни – быть самой красивой и быть богиней для единственного мужчины. Потому что любовь спасет мир. Вот так. Браво! Не, ну когда говорит Бузовым, все остальные вообще молчат. Да, собственно говоря, вот у нас есть диплом, который награждается, друзья мои, прекрасное, замечательное русское имя Анна, а фамилия Васильева. Итак, награждается Анна Васильева. Процветай, расцветай и всех благ. Так классно, что я участвовала в этом конкурсе. Очень классно, супер. Всем спасибо.